Елизавета Очкасова, здравствуйте. Центр обширного блокирующего антициклона смещается от ЦФО к Уралу. Всю предстоящую неделю Черноземье будет находиться под влиянием его западной периферии. В Старомосколе в среду 11 сентября днем синоптики обещают плюс 24-26, ночью 18-21. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы 745-746 миллиметров ртутного столба.